Сбор платежей за потребленные энергоресурсы в Ингушетии глава региона обсудил уже с исполняющим обязанности директора компании «Газпром» «Межрегионгаз» Назран Михаилом Ерохиным. Он проинформировал, что за январь-сентябрь этого года в республике оплачено 746 с лишним миллионов рублей. Глава региона потребовал представить списки руководителей сельских поселений, где наиболее худшие показатели в этом направлении, для принятия соответствующих решений. Со своим докладом на совещании выступил директор ингушского филиала МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» Султан Цычоев, который отметил, что уровень оплаты электроэнергии по итогам 9 месяцев 2017 года составляет 61%, что выше уровня оплаты за аналогичный период прошлого года на 4%. Обращаясь к собравшимся, глава региона напомнил о персональной ответственности каждого руководителя в отношении злостных неплательщиков, которые не спешат погасить накопившуюся задолженность. По его мнению, необходимо применять весь набор допустимых по закону мер принудительного взыскания долга, ограничения предоставления услуг, судебные процедуры и так далее. При этом каждому случаю должен быть индивидуальный подход. Нельзя допустить ущемления прав добросовестных абонентов.